Я занимаюсь сигнализацией. Это металломебель Бойерки. Это оборудование, которое охраняет пожарная и охранная сигнализация. Вот. Но я надеюсь, что было бы больше толку. Было бы больше толку, если бы вы помогли мне, чтобы я занимался служением, а не наладкой этой сигнализации. Толку от нее. Но все будет гореть и будет пищать. И никакого толку. Знаете, наша жизнь, она не для того, чтобы мы ее прожигали и только для куска хлеба жили. Вот. Наше служение очень обширное, вы еще это увидите, мы вам покажем. Вот. Но процент времени, который я трачу на служение, очень маленький. 20%, не больше. Я бы хотел бы все 80% тратить свое время на служение. От этого. А не только то, что после остается Богу. Вы бы могли помочь в этом. Вы увидите, видели мое служение радио. Я искал тебя в шуме дождя, в запахе моря, ночью и днем. Я думал, все знаю, все на свете знаю, но я не знал, где стоит наш дом. А наш дом стоял между быстрых рек, между речья наш дом, между речья наш дом. Но вышли реки из своих берегов. Поддержи наше служение. Хватит тебе смотреть и наблюдать. Будь участником. Я тебе предлагаю. Поддержи наше служение финансами, чтобы мы могли сделать их в других местах. Пусть это будет с тобой, как это было со мной. Пусть будет тебе лучше. Хватит бездельничать. Давайте делать дело Божье. Мало осталось. Почему бы вам не сделать что-то в жизни большое? Не послушаться Бога, не совершить волю Божью. Так мало таких людей, которые что-то делают. Вы поете и танцуете, говорите и провозглашаете, молитесь и плачете. Но начните что-то делать. Пусть ваши слова будут одинаковы с делами. Есть в интернете и съемки. Просто поверьте, можно сделать гораздо больше, можно провести гораздо больше радиоточек в других больницах и сделать те же сервера в других районах и в городах, и в церквях открыть много прокатов, просто снимать классных певцов, а не заниматься вот этой ерундой, которая ради куска хлеба. Я знаю, что вы зарабатываете и можете зарабатывать, и у вас есть гораздо больше, чем вы жертвуете. Подумайте, куда вы деньги свои деваете. Просто стоит вкладывать лучшее вложение в Царство Небесное. Там воздаяние вечное. А здесь что вы имеете? Зарплату? Прибыль какая? Сегодня и завтра инфляция съела. Что вы имеете? Здоровье разве? Это ноги. Это были ноги. Говорят, без рук, без ног лучше пойти в Царство Небесное, чем с руками, с ногами. Вы собрались в Царство Небесное? Оставили ноги? А, извините за выражение, там все записывается, нет? Да, конечно. Да. Я в Царство Небесное давно собрался, но не знаю, пустит меня туда Иисус Христос. Говорят, без рук, без ног пускает. А? Говорят, без рук, без ног пускает. А я не за руки, не за ноги. А за мою душу я имею в виду. И за мои грехи. А что вы с ними делали? Я извиняюсь, с кем? С грехами. Грехами я их грешил. А что я делал с ними? Это уже грехи с вами сделали, да? Да, это... Получается... Кстати, каждый грех, он имеет свой запах. Ну, у меня... Оказались вот такие вот грехи. Последствия. Да. Пил, курил. Очень даже это просто будет. Просто так это будет. Это будет. А что пил, курил. Чем я только не занимался. Много, да? Много.
я в свое время закончил военное училище, был, ну как говорится, ну, с поборником чистоты, атеизма туда-сюда, но солдаты надо было учить, было все, что мы все это. Оказывается, нет. Все это. В ту сторону, да? Да. Перед закончанием женился. Поехал в Германию. Это вот единственное, со всей моей службы было хорошие такие времена, что я мог вспомнить, что я на что-то учился и на что-то учил своих солдат. А потом приехал в Союз, там пошло-поехало. Водка. И язва. Один нож заключения гоним в службе вне строя, второй гоним в службе вне строя. Ну, 5 судов чести. И гуляй, Вася. Ну, какой-то там, наверное, наверху нашелся товарищ, что ну, все-таки надо уволить его по состоянию здоровья. И меня по состоянию здоровья уволили. По ограниченному состоянию здоровья уволили. В течение года получал за звание 140 рублей аж целых. А потом пошло-поехало. Ну, развелся я до этого еще с женой. Ну все, хватит, не надо. То есть вы в жизни все потеряли? Вы в жизни все потеряли? Да, в принципе, да. А какая ваша была мечта в детстве? Вы мечтали о чем-то? Мечтал быть матросом, ну в смысле не матросом, а капитаном. Хотел быть моряком, но получился артиллерист. И, кстати, неплохой артиллерист. У меня очень по моим, ну как, морально деловым качествам я, может, был плохой, а по деловым качествам я очень был неплохой артиллерист. Я в свое время когда-то занял аж 8-е место в округе среди командиров батареи. Ну, то есть, кто артиллерист или кто понимает, что такое артиллерия, то он поймет меня. А так, это артиллерия, это не то, что там дернуть за шнур и снаряд полетел. Нет, в артиллерии там надо посчитать. Сереженька, дети есть у тебя? А? Дети. Да, у меня есть дочка. Просто я не знаю, добиваюсь, а Владимирович пообещал позвонить в Хмельницкий и у моей первой жены узнать, где моя дочка. Ну, и жена. Ой, в смысле, и дочка у меня от первой жены. Что вы еще хотели у меня знать? Какое отношение ваше к Богу сейчас? Вы знаете, я к Богу пришел где-то около 2000 года. До того я был, как бы вам сказать. Короче, пока не приехал с России, после отсидки, очередной, как говорится, отсидки, и меня Бог завел в, как бы вам сказать, Ионинский монастырь. И там я очень как познал, что такое Бог. Вот оттуда у меня началось познавание Бога. И понимаете, я говорю, я не могу сказать, что я там, вот я православный. Нет, я в принципе я православный. Меня крестили, меня вот крестик повел. Я не знаю, как вам дальше объяснить. Ну еще в поисках. Что в поисках, то точно в поисках. Вот это приходит Владимирович, мы спорим так, и вот и даже вот хотел бы, чтобы он
быстрее приехал. Я говорю, так много говорил, не то что говорил, а насчет грехов, вольных и невольных. Вот он приезжал мне тут, рассказывал, а говорил, я все-таки у меня свое мнение осталось. Я вот хотел бы, чтобы он приехал и все было. Надо было установить это все. Я говорю, я по-другому не понимаю, говорю. Если у вас есть талант, если вы поете, если вы сочиняете стихи, это от Бога, пишите, звоните. Мы вас снимем по возможности. Чтобы люди увидели, другие. Не храните в себя сокровища, раздайте, растащите. Вы с собой ничего не заберете. Я вам предлагаю быть просто партнерами служений. Партнерами служений, которые Бог двигает. Мне однажды Бог сказал, я у него просил, дай мне денег, помоги мне в развитии. Он мне сказал такие вещи. У меня денег нету. Я думал, как это нету? Твое золото, твое все серебро, все, что наполняет землю эту, все твое. Но он промолчал, потом мне позже объявил, что все это он отдал нам, все, что есть на земле, все в чем-то распоряжение в людских руках. И он будет отвечать за то, как он ими распоряжается. У Бога ничего здесь нет. Что вы ему предоставите, то он имеет. Поверьте, не надо обманываться, не надо жить какими-то иллюзиями. У нас есть достаточно для того, чтобы совершать. Когда в Писании написано, когда был, он проповедовал в пустыне, вот, там не было еды. Вот. И когда он сказал, что у вас есть? Ну, я сказал, пришли, сказали, что у нас ничего нету, только в одного мальчика там, что там, там, несколько хлебов, несколько рыбок, что там мало так, для такого количества людей. Он говорит, нет, тогда принесите, что есть. И я думаю, многие имели какие-то бутерброды, какие-то заначки себя там, имели и не отдали, просто, или посчитали это за мелочь, посчитали, что это такое, мелочь какая-то. Но я думаю, если вы будете употреблять то, что мало, что у вас есть, будете делиться, вкладывать в Царство Божие, поверьте, многим достанется, и вы прославитесь, увидите. Не будьте просто скупыми, растащите свою жизнь. Сколько вам для жизни надо, если вы бизнесмен? Сколько тебе денег надо, скажи? Сколько твоей семье надо? А христиане говорят, нас много, мы христианская страна. А что мы сделали? Посмотрите, наши плоды. Куда вкладываете деньги? И деньги ли это? Или это чаевые какие-то, подачки Богу даете? Молитву верности, молитву покаяния, склони пред Господом колени и сердца, все ваши души куплены в страданиях, сама заплачена, святая кровь отца. Сомневайтесь в своем спасении? Если вы не имеете результатов спасения, тогда сделайте твердым ваше знание и избрание. Исповедуйте и оставьте свои грехи. Доверьтесь Иисусу и принесите плоды, достойные спасения. Также удостоверьтесь в том, что, делясь своей верой с другими, вы делаете это в соответствии с Библией. Ведь мы с вами не хотим стать виновниками заполнения церкви ложными обращенными. Ну, посмотревши эту программу, очень понравилось. Ну и, конечно, это очень нужно людям, потому что это открывает много глаза людям. Открывает их состояние, в чем они находятся, как они верят, и стоит ли читать Библию. Ну, я думаю, что вот эти опыты, которые мы посмотрели, и опыты людей, которые они отвергают Бога, или вроде говорят, что они верят, но они еще полностью не веруют, то есть они как бы вот поверхностно исследуют Слово Божие или оставили. Господь говорит, что если мы оставили Слово Божие, то мы как бы возвратились в свою блювотину. Это хорошо. Стоит ли, чтобы это служение было и в других местах, там, в тюрьмах, в других санаториях, в психиатрических лечебницах и в селах, в клубах?
Конечно, это дает надежду людям и уверенность в том, что надо искать Бога, что Господь есть и... Нет, я по поводу служения. Такое служение надо поддерживать или нет? Очень надо, очень надо. Потому что люди оживают и приобретают веру, надежду. Вас это вдохновило лично? Да, спасибо. Да? Скажу спасибо вам за все то, что вы... Дякую вам за все. Нужны такие программы? Так, потребны людям. Скажите. Можно скопировать этот диск. Мне кажется, что я уже у вас... Я пойду, ладно? А Библия пусть останется у вас в подарок. Хорошо? Ребят, я ухожу, но обязательно там еще вернусь. Вот увидите. А мы можем приехать к вам. Оставайтесь с Богом, ребят. Короче, вот эта проблема, чем больше как бы Бога знаешь, ну как, чем больше ты молишься, общаешься, тем больше эта проблема становится надоедливой. Потому что хочется больше Богу время уделять, а реальная работа требует реального вложения сил, и есть такое желание зарабатывать больше. И надо кому-то, как бы двум господам, то ли одному, то ли другому дулю. Вот, получается, вот у меня такая проблема. Но... И... Нет. Ты нашел решение? Я скажу, вот почему оно постепенно, вот постепенно больше Богу доверяешь, что-то делаешь, какие-то жертвы, и вот получаешь. В чем суть? Короче, у меня куча служений, и они все на самофинансирование как бы. Вот, да, добровольным пожертвованием. Как бы в церкви прошу, кто хочет, дает, кто хочет, не дает. И вот чем больше работаешь, тем больше много сетей. И думаешь, надо что-то поймать, чтобы потом еще можно больше сети разбросить. У меня планы тоже большие. Вот. Так вот, поставили сервер у нас в Буэрке, в одной фирме там. От той фирмы я получил $450 на мое служение дали. Ну, люди говорят, нас, когда к церкви обращаешься, денег нету. У нас свои планы, ты в наш формат не входишь. Да. Ты какой-то наш... Мы говорим, надо свой формат открывать. Вот как у вас не подходит, мы свои телевидения откроем, которые всунем все, что захотим. А ты что, сформатировать не можешь? Нет, это чужое. Нельзя. Это святое. Это потом подадут в суд. Это святое. И просто как интересно, когда мне надоело работа, я хочу тебе больше служить реально, потому что надо за что-то еще жить. И туда сейчас я достоин питания. И так Богу так, чух, время от времени туда, забрасываешь эти его же слова. Так вот, мне одна сестра там с той фирмы там где-то дали, говорит, вот если у меня получится там сделка, я тебе дам $1000 на твое служение. Мне еще такие суммы не давали. Я не знаю, кому давали $1000, обещали. Я говорю при всех, стоп, потому что обещали, ну, мало и не давали. Я говорю, лучше вам не обещать, я три раза, точно дам, точно дам, точно. И три раза говорю, ну, может, не надо, потому что я же понадеюсь там. И буду печально ходить. Сначала дай, потом дело выходит. Нет. Так вот, когда уже думаю, уже время прошло, у меня так сейчас финансы какие-то там, думаю, надо где-то пополнять свои счета, как-то деньги надо где-то брать. И про эту женщину вспоминаю там, где я там думаю, господи, там, может, она уже здесь забыла. И мне вот сегодня звонит, что вот, я хочу передать эти деньги. Хотя она с той работы ушла, я там уволили, но она по-другому ушла. Просто, если у вас есть, я хочу сказать, если у вас есть цель служить Богу, и у вас есть конкретные планы, то если это, тем более, служить Богу, то Бог на эти планы вам денег даст. Аминь. Аминь. Радуйтесь. Не просто надо Бога просить деньги, куда мне? А зачем мне деньги? $1000 сейчас. А проставится? На самом деле, мы уже рады, потому что все, у кого есть семьи, ну как бы, и кто хочет служить, это проблема просто наличная. Это вам все. Работаешь, а хочешь заниматься служением. А как говорится, а молчать об этом нельзя, да? Молчать об этом преступно. Преступно.